На территории физкультурно-спортивного центра идет строительство новой хоккейной коробки для маленьких спортсменов. В зимний период ребятишек, жаждущих научиться кататься на коньках и поиграть в хоккей, много, а большая коробка не вмещает всех желающих. Так появился проект нового спортивного объекта, и сейчас сотрудники центра взялись за его реализацию. Я думаю, что ребятишки младшего возраста в зимний период времени получат очень много радости, будут отдельно кататься. На эту площадку проведено освещение дополнительно, музыкальное сопровождение. И поэтому в начале зимнего периода с большим удовольствием здесь ждем всех самых маленьких. Эта хоккейная коробка многофункциональная. Летом она будет трансформироваться в площадку для игры в пляжный волейбол. Строительство идет силами самих сотрудников физкультурно-спортивного центра. Финансирование проекта за счет средств организации, материалами частично помогают спонсоры. У Владимира Семенюка много идей, как сделать территорию спорткомплекса интересной для шушенцев всех возрастов. Сейчас он думает над тем, как использовать большую хоккейную коробку и в летний период. Среди задумок – развлекательная площадка для самых маленьких посетителей центра. Летние каникулы закончились, а в главном спортивном сооружении района жаркая пора только начинается. Совсем скоро секции по самым различным видам спорта заработают в полную силу. Начнется сезон множества состязаний. Уже 29 сентября в 11 часов состоится спортивный праздник по киокусинкай карате для начинающих «Сила духа». А после уже бывалые спортсмены сразятся в открытом первенстве района по этому виду спорта. Организаторы приглашают зрителей и болельщиков. Мария Парилова, Руслан Гущин, Шушенское телевидение.